зашел в Алматы гипермаркет, он называется 12 месяцев, ну типа нашего Леруа, наверное, или да, больше, наверное, Колорлон смахивает. Давайте посмотрим ценники на автомасла здесь. Потом перейдем с вами в тенге в рубли, я пока так на ходу не ориентируюсь. Какие-то свои защитные система, своя какая-то. Ликемуля. Дизельная. Что-то ценников нету здесь. Странно. Может, не приклеены где-нибудь? Нет. Ха. Давайте по литрушкам ориентироваться. White Cloud Hightech 6400. Ну, наверное, около 1000 рублей наших. Special Tech AA 5530, меньше 1000. Азия Америка. Самый дорогой это Top Tech 4200, 7130 стоит. Нагуин есть. 13470. Трансмиссия мигуиновская даже есть. Что-то намолил ты на ценник еще. Антифризы. Вот это 9480. ВДшка 1650. Странно, слушай, куда делись ценники-то? А, вот еще, вот ценники внизу. Далее двухтактников. Непонятно. Ну такой хиленький ассортимент, это все-таки строительный магазин.